Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Тысяча 200 рублей. Это сам Бига Егоров задонатил, потому что у него просмотры падают. У какой персик. Ривер, зайди в примерочную попозже. Ой. Вот этот персик. Бига, ты чё за разврат, блядь, творишь? Привет, меня зовут Богдан, но для друзей просто Бига. Поздравляю вас с началом весны, и по этому случаю я сделаю обзор на цветущую персик Джорджио Блум из Rainbow High. Джорджио, куда ты меня перенесла? Блять, вы посмотрите, какой у него огромный стенд. В люксовый магазин Kids Happiness, и я хочу показать тебе своих радужных подружек. Познакомься с моими одноклассницами. Сука, значит так, я пишу Беги Егорову. Блять, ему нельзя писать. Он был в сети 3 дня назад. Короче, я хочу озвучить какую-нибудь куклу у него в ролике. Просто так. Вот, ну, я хочу просто камео. Можно камео? Алло, напишите, пожалуйста, кто-нибудь там вот, ну, в комментариях, я не знаю, чтобы он со мной связался. Я хочу ему озвучить просто куклу. Вот, и все в комментах будут писать: о, пятерка. Привет, я Дафни. Мне сразу интересно еще. Радужных подружек, познакомься с моим... Это что, кукла ютуберша? Это официальная коллаба с ютубом, блядь, или что это? Моими одноклассницами. Привет, я Дафни. Я Габриэла. Я Даша. А я Шерил Майер. Джорджия учится в Rainbow High по специальности исполнительское искусство. Не понял. Не понял сейчас. На коробочке у куклы даже есть значок, что у Джорджии фокус на выступление. Нихуя себе. Она актриса драматичных постановок. Сцена первая. Драма. Джорджия с далекого юга, и поначалу она кажется ничем иным, как Ростова, наверное. Но она намного больше, чем кажется на первый. Ну, типичная ростовчанка такая, да. Взгляд. И это мы выясним в нашем обзоре. Почему же эту куколку назвали именно Джорджия? Оказывается, есть такой персиковый штат. Ведь Джорджия – американский лидер по выращиванию персиков. А, блядь. Ну он же мог укусить хотя бы для кадра этот персик. Он и является символом штата, прям как на топике куколки. А ее фамилия Блюм значит цветение. Жизнь слаще персика из Джорджии. Я вам еще об этом не говорил, но меня приняли в школу Rainbow High. Чё, блядь? Об этом я расскажу вам в конце видео. Добро пожаловать в школу Rainbow High. Collect the rainbow. Собери радугу. На блистере с золотыми буковками написано Rainbow High. Ебать, я уже хочу купить эту куклу себе. Старшая школа для радужных. Значок YouTube, напоминание для того, чтобы вы подписались на мой YouTube канал. А внизу арты модных девчонок из третьей серии. Бля, они переливаются, пиздец, нихуя. Фишка Rainbow High – это дополнительная одежда в комплекте. Этот аутфит мы обязательно примерим на нашу модель в обзоре. Ого, какой персик! Да, я такой персик к лету подкачала. Я вам рассказывал свою историю, то, что у меня была типа кукла. Джорджия, дашь попробовать персик? Ха-ха, когда выйду из коробки. Я уже хочу попробовать наш персик. Ой, точнее... Не Наоми. Сейчас я могу себе, конечно, позволить Наоми. Ладно, значит, деревня. Тусуюсь в деревне, лето вроде как, да, каникулы. Каждый понедельник приезжает в деревню рынок. В какой-то деревне во вторник рынок, в какой-то деревне в понедельник. Ну, вот так вот. Просто рынок, ездят на машинах, они выставляют товары. И там продаются куклы. Я такой, а я маленький, блядь. Но мне, сука, так интересно, блядь, было. Аж, ну, у нее правда есть сиськи и пися. Я должен это увидеть. Вот я говорю: бабушка, купи мне куклу. Вот. Бабушка говорит: ты долбоеб, может, я машинку? И говорю: нет, бабушка, мне надо куклу. Она говорит: зачем тебе? Я говорю: мне надо.
Мне надо. Я, короче, каким-то образом бабушку развел на куклу. Вот. Прихожу домой, раздеваю ее. А у нее, блядь, ни сосков, ни писи, блядь. Ч нахуй оно надо, блядь? Вот. Не распаковать. Самая долгожданная куколка в моей коллекции. Какой Перси. Вау. Такая хорошенькая. Приветик, Бига. Только можно поскорее? Ривер меня на репетиции заждался. Кстати, я... у Наоми то... А где? А, не, ну ладно, у Наоми там есть. Здесь, милая. Сейчас я тебя освобожу. Аккуратнее с волосами, я долго делала укладку. Блядь, только не на волосы, блядь! Ой, а тут как? Бига, помогай! Потихоньку, вот так. Блядский секс! Да. Эта куколка просто чудо. Самая красивая ученица Rainbow High. Джорджия, ты моя Джульетта. Ривер, а ты мой Ромео. Моя сладкая, я отнесу тебя в твою примерочную. Давай. Ай, неси. Ривер, я бы улетела с тобой на море. Полетели в Монако. В этом смысла ноль, если тебя рядом... Это детский контент? Нет. Джорджия загорелая девочка-подросток пышного телосложения. У нее длинные волнистые волосы персикового цвета со светлыми прядями. Ага. Уложенные золотыми и серебряными заколочками с каждой стороны. Love Rainbow. Потому что в такую девушку невозможно не влюбиться. Нихуя. Посмотрите на эти красивые заводские кудри. Бля. У кукол Rainbow High мультяшные черты лица. Носик-курносик, пухлые сочные губки и реалистичные ручки. У кукол второй и третьей серии есть маникюр. У нашей Джорджии он персикового цвета. Пальчики облизишь. У куколки вставные глазки и наклеенные... В смысле? ...пышные реснички. Глазки карие с волшебными звездами. Это полная хуйня. Я в детстве хотел этот... короче, кукла, которая срать умеет. Сука. Ну тоже, это как бы вроде девчачья хуйня, но я пытался маму развести. Ну, блядь, была... Бэйби Бон называлась. Бэйби Бон, блядь. Вот. Она что там умеет жрать, срать, блядь, и ссать нахуй. Вот. Это такая типа топовая тема. Мне интересно было, типа, а как там, что запрограммировано нахуй, что она... Срет или чё, блядь, чё? Ну, мне просто было интересно, как с точки зрения механики, нихуя, робот, блядь, или что это, срать умеет, нахуй, Бэйби Бон. Блядь, вот бы найти бы обзор чисто, да. Ну, это охуенно, конечно, кукла, которая срет, это вообще разъебало. И мне ещё самое интересное было, знаете чё, вставляешь, ну, ты, допустим, молоком поешь, какашка-то коричневая была. Я думал, может, там какая-то специальная смесь, которая, когда ты ее заливаешь, она потом какой-то реагирует и превращается в коричневую. Или как она твердеть должна? Как этот какиш выглядит, блядь? Джорджия, ты идеально, как всегда. Куколка на миллион лайков. Самый вкусный персик. Вуаля. Вау, спасибо, Джейд. Ее крыс... Да, интересно, она не дрочит? Красивый макияж состоит из персиково-розовых теней для век с блестящей обводкой и помимо наклеенных ресниц, прокрашены реснички и стрелки. Спасибо, я Джейд, мастер-визажист в Rainbow High. Ага. Rainbow High. Бля, 1200. В отличие от предыдущих моих кукол Rainbow High, лицо у Джорджии не такое блестящее, без шиммера, а матовое, что мне очень нравится, и уникальный молд лица. И обратите внимание на это дополнение в шейном шарнире. Оно позволяет поднять голову куклы вверх и зафиксировать ее внизу. Такого не было ни у первой, ни у второй серии этих кукол. Также я заметил улучшение в держателе подставки, теперь он не такой широкий. И на вешалке с прищепками добавили символы RH. Нихуя себе. Первый наряд Джорджии состоит из укороченного топа персикового цвета с вышитым персиковым смайликом в центре, поверх которого надет вязаный кардиган с золотыми пуговицами. Кардиган пришит к топику ниточками. Джорджия, сладенькая, я шила этот кардиган для тебя. Да, с любовью от твоей бабули. Ой, спасибо, бабуль, так приятно. Кремовые брюки под Louis Vuitton.
подворотами и металлической заклепочкой. Сзади тоже есть кармашки и сверкающие блестки, звездочки, сердечки. Буковки RH напоминают монограмму бренда Louis Vuitton. Кстати, джинсы на липучке. Расстегиваем и видим настоящий персик. Прорисованные трусики Джорджи. Реально похоже на персик. Ууу, какой персик! Сейчас я переживу это, сейчас переварю. Пожалуйста, тут на паузу просто надо. Ой, донат пришел, блядь. Ой, да, вот он. Ривер, зайди в примерочную попозже. Ой, вот это персик. Из знаменитости Джорджия напоминает мне певицу Доджу Кэт. Кого она? Есть кукла Канье Уэста? Я куплю. Я фанат Канье Уэста. На ногах очень милые белые высокие носочки с персиковой ляпистой надписью Rainbow. Обувь, куколки, спортивные, крутые детали. Это просто позор, блядь. Я когда вижу, вот когда в реале вот на такой платформе, блядь, идет женщина. Я ее трахаю сразу! Зированные кроссовки на массивной платформе. Ну, по желанию, естественно, да? В форме с персиковыми и розовыми вставками. Дизайн этой кукольной обуви вдохновлен линейкой кроссовок Nike Air Force One Shadow. Вместо лога Где нахуй он это взял, блять, эту информацию? Не, ладно, похоже. Air здесь написано Rainbow, радуга. Они с полупрозрачной подошвой, которая напоминает персиковый джем. Нет, это абрикосовое варенье. Бига, мне пора переодеваться. Скоро на съем. Блять, он их раздевает на видео. Я раздевал просто так, оказывается, это можно было на видео делать. О. Достаем из витрины новый топик, юбочку и сумочку. Этот дополнительный образ мне сразу полюбился. Даже есть специальная сеточка, чтобы держать юбочку на куколке. Посмотрите, отдельно от верхнего топа с лямками есть еще кроп-топ с жемчугом. И осталось открепить малюсенькую сумочку. Ебать! В такую крохотную сумочку поместится разве только телефон. И все. Надеюсь, Шерил не звонила. Там еще кеды надо открыть. Эксклюзивно для Джорджи с витрины. Ооо, какие крутые. Ты детализированные. Я готова. Как вам мой новый весенний образ? Второй комплект одежды Джорджии и сумочка вдохновлены коллекцией Dior Girl. Персиковый топик с декоративными жемчужинками. Белое бюстье с монограммой по Dior. Принт, на котором написано персиковыми буквами Rainbow, радуга. Лямки с золотыми инициалами Rainbow High. Если честно, я еле как все это натянул на пышные формы Джорджи. Осуждаю, блядь! Лучше б ты ее натянул, блядь! Юбка и топ из плотного облегающего материала. А-а-а. Так как ее фамилия Блюм, цветение, угу. На юбочке размещены белые цветочки. По подолу белая сеточка с жемчужинками. На юбочке... Я даже не знаю, что такое подол. А он еще и в этом разбирается. Есть два кармашка. Белая мини-сумочка по Dior. Подарю тебе Dior, чтобы сделать твои губы ярче. Модный весенний образ завершают персиковые кеды под брендовую монограмму Dior. Виднеется белая прокрашенная шнуровочка, белый носик, на платформе черная полосочка, а с обратной стороны написано «Радуга» черным по белому, так же, как и на подошве. Только здесь она промолдированная. Есть язычок для удобства снятия обуви куколки. Вы только посмотрите, какие у нее реалистичные пальчики. Ого, Джорджия, как ты расцвела! Я всегда стараюсь выглядеть превосходно и оставаться для тебя хорошей подругой. Чё ж ты тогда, блядь? Я тут твои реплики принёс. О, ты настоящий друг. Ну что, начнем играть, мой Ромео? Да, Джульетта. Ой, то есть Джорджия. Меня еще никто не отшивал. Бля. Друзья, представляете, после моих разоблачений школы Rainbow High, просветительской работы, подобных кукол отменять. Меня сделали ассистентом в их мультсериале. Я хожу с большой лампой и освещаю учеников этой школы. А еще как будто одет в Gucci. Это был мой любимый бренд. Gucci, Gucci, Louis, Louis.
Энди Фэнди Прада. Я ходил в паленке, так же, как и ученики этой школы. И несколько лет назад у меня тоже было милирование. Так что я учусь в школе Rainbow High, так же, как Джорджия и другие куколки из моей коллекции, обзоры на которых вы можете посмотреть на моем канале. Это был обзор на Джорджию Прекрасную, цветущий персик. Пишите в комментариях, какой образ вам понравился больше. А также набирайте 1000... Музыка для рекламы SP5. ...лайков, и я сделаю обзор на... Та-да-да-дам! Мою первую куколку Твинс, подросточка Лол, Грейси Скейтс, из второй серии. Оставайтесь такими же прекрасными. Спасибо. Сделайте вот так, это я вас крепко обнимаю и целую. Муа! С вами был Богдан, Богом дан. Блять, заканчиваю уже. Увидимся в новых видео. Всем пока. Давай, братан. Чел, ну я надеюсь, 1200 у тебя купились по эмоциям. Блять, ну 1200.